В Москве на антикоррупционной акции 12 июня на Тверской улице протестующих разгонял в том числе глава киевского «Беркута» Сергей Кусюк. Его обнаружили на фотографиях, опубликованных телеканалом «Дождь». Как отмечает телеканал, Кусюк неоднократно командовал силовыми разгонами мирных акций в Киеве. Он был среди руководителей разгона участников митинга на Майдане в Киеве в ночь с 29 по 30 ноября 2013 года. По информации СМИ, Кусюк сбежал в аннексированный Крым после победы Евромайдана. Генеральная прокуратура объявила его в розыск по подозрению в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий. Напомним, что по всей России 12 июня прошли многочисленные акции протеста. В Москве было задержано более 850 человек, в Петербурге более 500. В Москве на ночь в отделении полиции оставили более 50 человек. Многие участники акции пострадали при жестких задержаниях.